природа Астраханского края, при всей своей кажущейся скудности и невзрачности, при первом же внимательном рассмотрении поражает взор человека своей какой-то особенной, неповторимой красотой и колоритом. В прикаспийской низменности, с ее терпким запахом полыни, у самой границы Астраханской области с Казахстаном, расположился уникальный природный ансамбль – гора Большое Багдо и озеро Баскунчак, расстилающиеся у ее подошвы на многие километры. Смотритель баскунчакских соляных промыслов царской России Хлебников Владимир Алексеевич в своих воспоминаниях писал: «Никакое воображение, никакая фантазия, незнакомая в действительности с описываемым уголком Астраханской степи, не в состоянии создать образа настолько оригинального, какова в действительности панорама Баскунчакского соляного озера, снежной пеленой раскинувшегося по безбрежной равнине. Если бы путешественнику не знать наперед о его солености, то он мог бы подумать, что перед ним мираж, но только самый совершенный, соприкасающийся с поверхностью земли, мираж в реальнейших формах, неотличимый от самой действительности. Его удивлению не было бы конца, когда бы неожиданно поднявшийся ветер нагнал рапу соляной раствор с противоположного берега к тому, с которого он наблюдает. Ему показалось бы, что воображаемый снег начинает таять, что сначала кое-где на снежном поле появляется легкая синева, как бы от скопления воды, что синева эта быстро и незаметно покрывается льдом, который вдруг исчезает, и перед наблюдателем открывается вид на обширное голубое озеро, только что освободившееся ото льда. На самом деле Баскунчак не озеро, а сплошной монолит соли, имеющий куполообразную форму и уходящий своим основанием на 5000 метров в недра земли. Что же касается озера, то оно лишь небольшая ссадина на вершине этой огромной соляной горы. Очертания озера напоминают ромб с закругленными углами. Его длинная ось простирается с юго-востока на северо-запад на 19 километров. Короткая направлена с запада на восток и имеет 9 километров. Длина береговой линии озера составляет 60 километров, а общая площадь около 110 квадратных километров. Дно озера – сплошная соль, которая прерывается двумя прослойками горных пород. Первый из них находится на глубине 8-10 метров от поверхности. Толщина его колеблется от 4 до 12 метров. Второй лежит на глубине 23-24 метров и достигает мощности 10-25 метров. Казенный промысел озера Баскунчак начинается в начале 13-го столетия. Однако слабая заселенность края, частые набеги диких орд, разорявших поселения, не позволяли вести разработку месторождения должным образом. В 1747 году на южном берегу озера строится воинская крепость Кордон. С этого времени начинается усиленная добыча баскунчакской соли. Ее перевозка на пристань Мамай на Волге, а затем далее по соляным трактам в степи войска Донского и в Ставропольские земли. На ломке перевозки соли участвуют до 25 тысяч ломщиков, грузчиков, чумаков. Условия труда рабочих близки к каторжным. Единственными орудиями труда были лом, деревянный лоток и лопата. В горном журнале выпуска 1827 года так описываются условия труда и быта на баскунчакских промыслах. Работа на соляных промыслах – настоящая каторга. Рабочим постоянно приходится стоять по пояс и выше в соляной рапе. Соль разъедает тело, и на нем появляются трещины и ссадины. Иной рабочий стоит весь как обожженный, а в свежие раны опять забивается соль. К этому присоединяется еще ослепительно белый цвет новоосадочной соли, покрывающей все вокруг ломщиков. Для пользования больных ломщиков и другого звания людей, приходящих к озеру, устроена при оном больница на 12 коек, и находится в ней штаб-лекарь. Но большинство по предрассудку и большой отдаленности районов разработок от места нахождения больницы сами лечатся, не прибегая к сему благодетельному учреждению, залепливая раны воском, варом или присыпая сухим подорожником, или прикладывая к ранам заячье сало. Для сохранения здоровья по выходе из озера рабочие обливаются пресной, в большинстве солоноватой водой, которую берут из колодцев и небольших запрудов, и здесь же обмывают ноги верблюдов.
Проживали соледобытчики в землянках, вырытых на берегу, или в кибитках, привезенных кочевниками из степи. В 1882 году строится железная дорога, соединившая озеро с Владимирской пристанью на Волге. Для получения большей прибыли от торговли в 1890 году солепромышленники строят примитивные солемолки. Механизация процесса добычи, помола и погрузки соли начинается в 20-х годах 20-го столетия. Сначала применяются иностранные экскаваторы, а затем на Ленинградском Путиловском заводе по проекту инженера Юрия Александровича Макарова строится первая, более простая и маневренная машина-солесос. С 1924 года соль стала добываться только машинами, а принцип, заложенный Макаровым в солесосе, используется и по сей день. К 1934 году на озере работают уже три солесоса, и ручная добыча соли ликвидируется. Лом и лопата, верблюд и колымашка ушли в далекое прошлое. В одном из пустынных степных районов Астраханской области расположен обычный с виду рабочий поселок. Люди, живущие в нем, работают на озере, заполненном настоящей столовой солью. Это озеро называется Баскунчак. Железнодорожные линии укладываются здесь прямо на солевой пласт. Добыча соли на озере полностью механизирована. Она производится специальными комбайнами. Сначала в соль, находящуюся под тонким слоем воды, опускают разрыхлитель. Раскрошенная соль всасывается насосом и с помощью ковшового элеватора подается в дробилку. Полученную массу несколько раз промывают, а затем загружают в вагоны. Так, с помощью современной техники, добыча соли, требовавшая тяжелого, изнурительного ручного труда, стала простой и производительной. Начало 60-х в бывшем СССР ознаменовано бурным развитием химической промышленности. На комбинат «Бассоль» спускаются директивы с требованием давать стране миллионы и миллионы тонн соли. Наиболее интенсивный рост объемов отмечается с 1965 по 1985 года, а рекордным стал год 1984, когда было добыто 5 миллионов 821 тысяча 200 тонн соли. Нынешний день орденоносного промысла «Бассоль». Коллектив его обязался дать сверх 5-летнего задания 200 тысяч тонн соли. Кто победит в предпраздничном соревновании? Мельников с помощником Симаковым. Или машинист Колодяжный и его сын Сергей. Колодяжный обязался довести часовую выработку соли до 242 тонн, второй до 240,
Пока оба идут практически вровень. Поистине самоотверженный труд соляников не остался незамеченным. В 1971 году коллектив комбината «Бассоль» за высокие трудовые достижения был удостоен высшей награды Советского Союза – Ордена Ленина. Примерно в этот же период на предприятии производится первая реконструкция. Вводится в эксплуатацию солефабрика для выпуска соли в ассортименте и прежде всего в упакованном виде. Строится депо для сборки и ремонта солекомбайнов. Наконец, Москва, похоже, вспомнила и о быте соляников. В поселке появляется ряд объектов социального назначения. И все же выделяемых на развитие и реконструкцию средств катастрофически не хватало. Стремясь к выполнению плана, например, солефабрику приходилось использовать на 100% мощность вместо положенной 50%. Очевидно, что такая эксплуатация вела к ее преждевременному износу. Вечное царство соли – озеро Баскунчак. Запасы ее так велики, что только верхний слой озера может 80 лет снабжать солью все человечество. Растет баскунчакский промысел. Ведь соль идет не только в пищу. Ее требует промышленность, химическая и легкая. Орденоносный коллектив трудится по встречному плану. К 7 ноября соледобытчики взялись выполнить годовое задание. Недавно здесь открылась расфасовочная фабрика. Такие брикеты пойдут на фермы. Для нашего стола. Ведь без соли, как говорили в старину, и хлеб не естся. В начале 90-х годов в России начинаются рыночные реформы. Время перемен и больших надежд. По всей стране тысячи предприятий переходят от государственной формы собственности к коллективно-долевой. В это было трудно поверить, но впервые, более чем за 70-летнюю историю, государство решилось на раздел собственности. Как это часто бывает, у любого начинания находятся сторонники и противники. После длительных дискуссий и тщательных расчетов руководство комбината «Бассоль» принимает решение акционироваться. За короткие сроки готовится пакет документов по приватизации и отправляется в Москву. 15 декабря 1993 года в адрес администрации Астраханской области приходит распоряжение первого заместителя председателя Совета министров правительства Российской Федерации Олега Сысковца о проведении приватизации государственного предприятия «Комбинат Бассоль». 23 марта 1994 года на основании постановления исполняющего обязанности главы администрации города Ахтубинска и района Кулакова комбинат «Бассоль» преобразован в акционерное общество открытого типа «Бассоль». С получением самостоятельности в истории баскунчакского солепромысла открывается новая страница. Став акционерным обществом, было достигнуто главное. «Бассоль» получила возможность проводить самостоятельную техническую, экономическую и финансовую политику. С середины 1994 года территория предприятия и поселок Соляников превращаются в большую строительную площадку. В первую очередь было необходимо провести масштабную реконструкцию основного цеха переработки соли и инженерно-технических коммуникаций поселка. Были отремонтированы тепловые сети, центральная котельная, очистные сооружения, две водонапорные башни, линии электропередач, построены газовый склад и резервные емкости для бесперебойного снабжения поселка питьевой водой. И все же основные денежные средства шли на солефабрику.
Позднее станет ясно, что подобное решение о приоритетном финансировании именно этого объекта было единственно верным. Сегодня после завершения реконструкции на долю обновленной фабрики приходится более 50% от общего объема добываемой соли. Таких показателей не было никогда. И те потери, которые возникли вследствие объективного падения спроса на техническую соль, были практически компенсированы за счет поставок соли в ассортименте. Но все это ждало впереди. А пока предстояла напряженная работа, требующая огромных человеческих усилий и материальных вложений.